Приветик, не спящие все остальные любители зеленых буковок. Это, как вы могли заметить, Cogmind. И его небольшое обновление. Теперь у нас есть вот это. Собирайте протоматерию и врезайтесь в роботов, чтобы взять контроль над ними. Вот. Так что как бы, ну... Прикольно. А почему мне раньше не говорили о пробеле? Ресвап. Ого. Фига себе. Это расчет расстояния? Прикол. А, да, это рулетка. Почему мне никто раньше об этом не говорил? Прикольно. Ну да ладно. Так. По-моему, стало все гораздо больше. Или мне кажется... А может, не кажется. Как по мне, надо сделать все меньше. Но пока так поиграем. Так, вроде нормально. Вам все видно, мне все видно, и все хорошо. А, кстати, да. Я тут вдруг вспомнил, что нам нужна какая-нибудь музыка. Ну, послушаем вот эту. Отлично. Отлично. Текс, ну и что нас ждет впереди? Ждут нас, наверное, траки. Не хочу сегодня заморачиваться. Не может что? Серьезно? А мы не можем. Мы не можем. Потратим 5 протоматерии, чтобы контролировать скавенджера. А где моя протоматерия пишется? Это я все вижу. Нельзя оттачить к себе вещи. 50%. Почему в процентах? Ну, видимо, у нас ее 50. Оба! 45, да, все верно. Подозрений 0. Теперь мы... скавенджер. Мы скавенджим. Всякое полезное. Я могу поменять себе сраные колеса? Оружия у него нет, я вижу. Нельзя оттачить. Оттачить нельзя, я могу только собирать. Ладно. Прикольно. Мне нравится. О, серф. А может серфа засосать? Просто у нас всего 45 протоматерий. А подозрение уже 9,2. Уже капает. Ну, там, скорее всего, в радиусе сотки будет, но... Песто. Песто засосать, он быстрый, маленький, ублюдский. А, сейчас, вот так это делается. Все. Мы его отпускаем, и мы засасываем песто. И пестимся отсюда. Зрение 100%. Отстань. А нас вообще реально убить? Просто я, вероятнее всего, сейчас вывалюсь, когда нас расстреляют. Сломалось что-то. Или так и должно быть? Нет, что-то сломалось. Когда ж ты сдохнешь? Ну, подыхай. Ну... Наконец-то. Протоматерия. Это очень хорошо. Очень хорошо, а я очень быстрый. Хоть у нас один флай-юнит и поломался. Подозрение 0. Все хорошо. Так, мне начинает нравиться Cogmind.
снова. Ты смотри, с каждым ходом подозрения все растут и растут. Как так? Как же мне? А, как я ненавижу дурацкие таймеры в играх. Прям вот ненависть. Лютая. О, Дефендера засосать бы. Вот бы было круто. Медиум. Так, я высрусь сзади. Я попробую засосать Дефендера. Я высрался сзади. Я засосал Дефендера. Armchair Analyst. Аналист. А этот отрублен, отключен. Надо его устранить, забрать протоматерию и валить дальше. Ой, зацепило. Интерпретатор сигналов. Но снять это ничего нельзя, только отключить. Ну и ладно. Ну и не надо. Потому что подозрение сотка — это плохо. Но мне надо сюда как-то свалить. Чёртовой бабушке. Или дедушке. Кому-нибудь, в общем. Рога. Вот бы рогу засосать. У нас протоматерии очень мало просто. Ой. Их тут много очень. А мы сможем рогу засосать? Почему вы спавните меня здесь? Оп. Не, это был хреновый мув. Ладно. В принципе, все еще более-менее ок. Я все еще могу расстреливать. Протоматерия. О, 45. Нормально. Ну, я выяснил, что на рогу протоматерии нам недостаточно. Так, нас похирило немножко, но я думаю, мы свалим. Это очень похоже на Гинокрада. Чуть-чуть. Надо текать отсюда. Мне даже дадут потрогать сраные терминалы, правда? Медиум. Доступ к лестнице. Ну дай. Ну дай. Спасибо. Так, о, отлично, отлично, очень хорошо. Мужики, давайте вы... Не будете, собирался сказать я, но, видимо, они будут. Настало время ливнуть. Черт. Вот это хреново. Это прям мега хреново. А этот сломанный? Зачем мне сломанный? Ты же сломанный. А, нет, он целый. Ну, тогда все окей. Так, а если я постою, подожду? Suspicion только капает в плюс мне. А можно мне как-то снять Suspicion? Ну там, например, рекольнуть расследование. О, отозвали расследование. Класс. Ну тогда пока что go home. Валите домой. Но это не помогает. У нас все равно Suspicion высокий. Как мне попасть к лестнице? Чел, не надо. А в чем меня подозревать-то? Вот это ублюдина нас палит сразу, я так смотрю, да? А что если... Что если я сейчас ее просто засосу? Этот хоть и целый, но я же могу засосать. Вот эту скотину. Оп. Засосал скотину. Рифки у нас нету, зато я вижу карту. Универсальный адаптер. Интерпретатор, визуальный процессор и массив сенсоров. Получаем ачивочку. Прикольно. Хотя и не факт. Ой, что-то нас начали подозревать, но он в жизни у нас не попадет, поэтому... Можно смело валить куда-нибудь отсюда подальше. Да чтоб тебя кошки жрали. Ну как так-то? Ну почему? Лестница. Я вижу здесь одну. Но туда хрен проберешься там, потому что целый отряд ублюдков.
Ладно, у нас есть другая лестница. Она где-то... Где-то вот здесь есть лестница. Я все же рискну. Я пройду через Дефендера. Я все стерплю. Я смогу, я выдержу. Так мне не нужно оружие, просто иди. Я же могу их просто пихать. Так, челы. Мне надо просто уйти. Просто ухожу. Все, отстаньте от меня. На одном ховер юнити кое-как. Но я просто ухожу. Все. Чуваки, я ушел. Пока. Забавно то, что они за мной следом не идут. Сенсором хана. Все, пока. Уф, это было опасно. Проблема в том, что у нас нет ни хрена прото материи. А это дерьмо. Так, надо по-быстрому найти терминал. Я вот что думаю. Надо в этом... В этом обновлении надо брать что-то мега-мега быстрое. То, что способно за секунды преодолеть километры и крякнуть терминальчик, чтобы посмотреть, где что находится. И вот тогда мы будем в шоколаде просто. Потому что можно мгновенно найти лестницу, сюда свалить и уехать нафиг отсюда. Так. Я все еще могу их избивать. Зачем я это делаю, даже не спрашивайте. Я просто могу. 31 протоматерии. А мне ведь хватит. Мне же хватит. Хоть все сломано, но... Я могу засосать этого и уехать отсюда нафиг. Проблема в том, что кидает рандомно очень. Прям очень рандомно слайсеры. Я, по-моему, не встречал еще таких врагов, слайсеры. РПГ? И пила. Ага. Как интересно. Я, пожалуй, пойду. Можно? Обойдусь без РПГ. Хватит меня пилить. Ты мне не жена? Ядро 109. 4. Получится или не получится? Засосать вот эту скотину. О, получилось. Теперь твоя очередь. Стоим друг друга. Пилами попасть не можем. Удобно. Администратор. Вот ты зря отключил терминал, скотина. Такая. Ай. Присоединять предметы нельзя. Говно. Ну, в общем, есть проблема. У нас корка не восстанавливается. Это значит, что мы в небольшом говне. Потому что нам бьют по корке. Гарнизон Emergency Access. Ну и ладно. Валя отсюда. Так, это что такое? Ты кто? А, пастух. А, он стоял на лестнице просто, тварь. 25%. Ачивер. Замечательно. Так, мне понравилось. Пробуем еще раз. Я так понимаю, эти мелкие нам не нужны пока что. Мне нужно что-то крупное. Терминальчик, покажи ко мне лестницы. Показывай ли. Тина ты, а не терминал. Песты. Пест вообще отлично будет. Кстати. Быстрый, маленький, ублюдский. Вот ты и попался.
Маленький собачий пест. Хи-хи-хи-хи. Куда собрался? 44. Ну ладно, потерпим. Дурацкий техник. Надо как-то свалить отсюда нафиг. Все вызывает свои тревоги. О, я лестницу нашел. Она, скорее всего, ведет... Да, вот в подвал. Минус 10. Скрэп. О, лесенка. Так, мужики, давайте вы сделаете вид, что меня тут не было. Где я? Минус 9. Подозрений пока никаких. Дурацкий техник очень хочет меня потрогать. Вместо этого потрогаем терминал. Лестница вообще не дает. Не будем трогать техника, пока у нас не палит. О, лестница. Опять лестница в подвал. Так, наймы, 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 наймы. Наймы — это не страшно. Логики реликта. Лестница нужна. Что это? Открыть дверь. О, как. Прототипчики. Понятно. А мне бы лестницу. А получится ли у нас захапать арка? Вот куда меня сейчас заспаунит? Сюда, сюда или в одну из этих трех? Вот и проверим. Заспаунило куда надо, но... К сожалению, арка захапать не дало. Слушай, а терминал мне раскроет место назначения, вернее... лестницы. О, раскроет. Мать. А как мне туда попасть? В смысле? Отстаньте. Поменял одного песта на другого. Так, как мне туда попасть? О, фиолетовые. Надеюсь, они дружелюбные. Пусть там сами разбираются. Так, а меня ждет лестница. Здрасте. Так, ну пока 0%. Пока все хорошо, и терминал сразу под боком. Вообще отлично. И сразу же выдает мне лестницы. Удивительно, однако. Вот здесь одна лестница есть. Факторки. Кстати, не так уж и далеко. Кстати, не так уж и далеко. Дурацкий техник. Там еще и Defender. Не, можно, конечно, взять Defender и попытаться поиграть в убийцу роботов, но я подозреваю, что не получится. А ты стоишь прямо на лестнице, да? Чего он не уходит? Иди с лестницы. Он мне не дает выйти. О, наконец-то. Отлично. Такс. 38. Надо что-то захапать. О. А это DSF. Нет, DSF меня интересует. Трупа. Может, трупера захапать? Хотя он долгий. Не. Не хочу. Это минус 7, кстати. Фига себе тут двери. Я тут еще не был вроде. Но выглядит прикольно. О, информер. Вот куда меня высадят сейчас? Я попробую, конечно. Просто надо максимально оперативно всосаться. Так, потрогать вот это и свалить, потому что этот дурацкий пест сейчас у меня будет стрелять. Я этого не люблю. Не надо в меня стрелять. Дурацкий пест.
О, терминальчик. Терминальчик — это очень хорошо. Ну, правда, он нам лестницы не даст потрогать. Ну, конечно. Терминальчик. Так, там нехороший робот. И тут нехороший робот. Но этот нехороший робот хотя бы в меня стрелять не будет. Но он позовет тех, кто будет. Так, народ. Не надо. Я рискнул. Я рискнул. Там происходит какая-то форменная херня, но меня это мало волнует. У меня еще около 80% корки, так что все более-менее ок. Осталось только лестницу найти. Можно, чтоб ты свалил? Мне бы еще протоматерии насобирать где-нибудь. Было прям шикарно. Было бы прям замечательно. Но, видимо, не сегодня. Трупа. Что вон? Ай, ядро сломалось. Ну, мне какая разница. Это пофиг. Надо подумать. Там дурацкий пест. Может, инженера захапать? О, а почему бы и нет? Мы хапаем инженера. Оп. Твою мать. А я же могу... Я их чиню, что ли? Понятно. Есть шикарный план. Шикарнейший план просто на свете. Аккорд игритит 10. Этого маловато. Вот этот поинтересней. Тут у нас там 40. Вот этого засасываем. И мы отсюда текаем. К счастью, я быстрый и резкий, почти как Панос. У меня лестница не показывается. А теперь меня даже попасть не могут. Так, отстаньте от меня. Ну что вы ко мне пристали? О. Команда, здорово. Как дела? О, терминальчик, вот за мной погоня. К сожалению. Один в тол сломали. Сволота. В смысле? Так, не, я так не играю. Ты целый? И ты целый. Тогда мы так поступим. Я сейчас сюда забурюсь. Сюда высрусь, а этого захапаю. И пойду отсюда нафиг. А эти пусть там между собой разбираются. 12 материи. Маловато. Да хорош. Вот любое промедление, и ты к говне. Не нашел вовремя лестницу? Все. Ты в говне. За тобой будет бегать орава пестов, которая хочет потрогать тебя за жопу. Ты пытаешься ей этого не разрешить сделать, но все равно трогает. А тебе нравится. Шучу. Можно захапать кого-нибудь из них, но протоматерии, ну, очень мало. Поэтому пробовать не буду. Ну их нахрена. Так, мне доступ. Не дают мне доступ. Собаки. О, терминал. А это DSF. Это DSF. DSF мне не нужен. Мне выйти отсюда надо. Опа. Какой большой терминал. Так.
Не дают. Не отдают. Очень жаль. Капец, у вас тут, конечно, на минус шестом этаже. Чего только не происходит. А можно мне все-таки лестницы? Да... А, ну почему? Party time. Прикаторы. О, это DSF, да? Да, это DSF. Зато тут есть терминал побольше. Может быть, терминал побольше расскажет нам побольше. Не расскажет. Скотина. Чё тут все терминалы залочены? Что такое? А, подозрительная активность у терминала? Да, кого это интересует? Ни один сраный терминал не дает мне посмотреть на лестницу. Ни один. Это вообще как? Как жить-то мне? Как выживать-то? Ой. Меня ты не видел, чел. Еще один большой терминал. Это что такое? О, еще один терминал. Ну, может быть, и это даст? Да, да, детка, 4 лестницы и одна поблизости. Кайф. Осталось только слинять туда. О, она еще и открытая. Уходим, уходим, уходим. Так, 1000 корки. При переходе на следующий уровень, видимо, лечит. Это хорошо. О, а может вируса захапать? У нас-то обычный этот самый тест вроде. А вот вирус будет поинтересней. Тоже 2 втола. Не, нафиг. Важно, чтобы он меня просто не палил. Он вроде и не должен. Их там много. Как-то очень быстро набирается. Тайкеры тут всякие. Так, ладно, уходим отсюда нафиг. Я бы какие-нибудь лестницы найти. Терминальчики. Нет. Сейдж. Бедрить его за ногу. А лестницы будут? Все, 93. Тут уже нет смысла отпираться. Надо... Надо информера захавать. Хотя, зачем его хавать? Пофиг, пока так погуляем. Пока погуляем так, и ни одного сраного терминала рядом нет. Бам-бам. Нет, чел, не надо. Глядь в меня. О. Админ. Подожди. Оп. Теперь я админ. Встань. Data Jack, Hacking Suite, Restoration. Понятненько. Это не для нас. Мне, пожалуйста, лесенки. Есть лесенки. Мы пробились. Вот здесь одна лесенка. Ну, кстати, не так уж и далеко. Можно попробовать слинять. О, слушай, а я быстрый. Хорошо. Единственная проблема, Hacking Suite работает не очень далеко. И без рифа он, по-моему, не очень полезен. Где лестница? Ага, хорошо. Валим, валим, валим. Никакой пест меня никогда в жизни не догонит. Вот, что можно делать с Hacking Suite, но как вы сами понимаете, не особо много чего можно сделать с Hacking Suite.
вернее, с Дата Джеком. Там стоит маршал, собака серьезная. Ладно. Охер. Оу. Летело знатно. Чего они так рьяно защищают выход наружу? Чего там такого секретного? Ай. Я просто пройду. И вы меня не остановите. Ха! Я вылез. Ау. Прото материи недостаточно. Придется пока так погулять. Серф. Сойдет. Мне сойдет. Вы почистили модулятор. Колеб. Так, DSF меня не интересует. Вот материи вообще недостаточно. Настолько недостаточно, что мы вряд ли что-то сможем. Сейчас сделать. Мне нужны терминалы, да, вот эти терминалы мне нужны. Лесенку, давай еще. О, тварь. Ой, ладно. Ну и не надо, пошел я тогда дальше. Ты смотри, он уже в меня херачит. Ай-ай. Херня. Ай. Ты хорош, это же минус четвертый этаж. Как вы могли, собаки? О, песты. Слушай, для нас. Его просто сейчас разломают. Это реально проблема. 11. Нам должно хватить же 11. Чтобы просто отсюда уйти. Так, где я? О. Не хватает материи, серьезно? О, я этого зацапал. Нормально все. Валим. Здорово. Что-то вас много. Я, пожалуй, пойду. Эх, вот бы накопить материи побольше и маршала захапать. Ох ты. Лестница. Корки у нас достаточно. Только у нас выбили. Ну и ладно. Это четвертый. Трикер. О, логи. Материи недостаточно. Можно вас избить. Материи все равно недостаточно. О, я залез в этого. Пойдет. А чё? Скрэп. Вернее. Мне нужна материя. Что за дверь? Отпендур. Квантовая винтовка. Квантовый... Вернее, актуатор. Причем массив актуаторов. А что за квантовая винтовка? Ого. 27-30, перегрев плюс 94. Херово она так набрасывает. Да, но винтовка неплохая. Интересная. Воу. Два сейджа сразу. Пойду их побампаю. Пока они током дерутся. Мне нужна протоматерия, чел. Ты мне ее дашь. Пятьдесят три. Нет, мы не насобираем ее. Слишком хп мало. Таких шуток. Пойду я лестницу искать. Ее явно нет. А мы, походу, не дойдем никуда уже.
Есть, конечно, вероятность, что они перестанут в меня попадать. И здесь не будет тупика, но здесь тупик. Да. Нарыв на двух сейджей, это, конечно, было грустно. Я попробую все-таки еще разок. Я уверен, что мы сможем. Я уверен, что мы справимся. Ого. У нас целый прям вот, вот так вот, то есть, да? У нас целый... план по выкапыванию. Прикольно. Так, мне надо его отмудохать как-то. Так, пофиг. То, что нам дали шахтеры, это хреново. Не страшно. Скаут. Вот скаут мне больше нравится. Так. Оп. И мы в скауте. Тридцать три маловато, конечно. Ну ладно. Вот бы был способ достать побольше протоматерии. 33. А сколько мне понадобится, чтобы засосать вот этого ублюдка? Протоматерия. Подожди, 23? 5. Да, на него всего 23. Да это же копейки. Меня еще заспаунило где надо. Оп. Вот мы и там, где надо. Все. На. Десяточка. Привет, Defender. Я тебя побампаю немножко, ты не против? Мне нужен какой-нибудь коридор. Чисто коридор. Чтобы можно было ходить и бампать. Было бы отлично. О, протоматерия. Надо теперь избавиться от вас, я так полагаю. 62. Нас сейчас выбьет. А что если просто коллектить протомамку и выбиваться отсюда? Это, конечно, бьет по хп, но... По-моему, оно того стоит. Желтенький. Вот этот хорошенький. Сосемся в этого. И сбежим отсюда. Нас не догонят. Нас не догонят. Здорово, Defender. Defendi. Свою точку дальше. А я пойду. Я вижу гарнизон. А есть ли нам смысл валить в гарнизон? Я застрял в ловушке. Можно меня выпустить? Да иди, твою мать! Ладно, пофиг. В общем, было весело. Мне понравилось. Забавное обновление. Продолжим в следующий раз. Ну а пока что такие дела.